Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Приветствую всех жителей Республики Казахстан, именно тех людей, которые больше за демократию, за парламентскую республику. Я бы хотел бы оставить отзывы и да, отзывы по поводу программы Шындык Ермек Анарымбай и по поводу ДВК. Я бы хотел начать по поводу Шындык, партии Шындык. Вот мне вот нравится его программа. То, что вот суд 12 присяжных, это уже не то, что меня интересует, это уже заинтересовалось властью Украины. Сейчас уже Ермека Нарымбаева вызывают, чтобы внести закон, чтобы он будет там уже как бы советчик, внести закон в суд 12 присяжных. Во-вторых, мне нравится его программа «Парламентская республика во всех уровнях». Это республиканский парламент, областной, районный. Но в республиканском, ладно, но если не будет парламент в областном, уже в областном и в районе уже будет диктатура. А если у нас будет парламент и в областном, и в районном, может быть, за один час единогласным решением убрать акима с должности. Вот. Во-вторых, Нурсултан Назарбаев во главе в то время нынешним, ну, в то время был президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, во главе Нурсултана Назарбаева и во главе Генеральным судом и прокуратурам прокурора, они объявили демократические выборы Казахстана незаконными. Ну, что тут на незаконное? Незаконно как? Не надо открывать штаб по областям, не надо вешать флаг ДВК, не надо вешать вывески ДВК. Да, это все хорошо, но закон там не был решением, чтобы любить, уважать программу ДВК. Я Нахипов Абай. Я уважаю конкретно программу ДВК. Я уважаю Мухтара Аблязова. Я уважал бы Нуротан и Нурсултан Абишевич, если бы у Нуротан была бы такая программа. Но у Нуротан такие программы непонятны. 100 конкретных шагов, 100 новых лиц, универсиада, экспо, ассамблея, Казахстан 2030, Казахстан 2050, я не знаю, многие такие молодежь умирает вот уже при молодом возрасте, я не знаю, я доживу или нет до 2050, понимаете? Вот, непонятно, какая-то не конкретная такая обманчивая программа, ну нету программы у Нурсултана Абишевича Назарбаева, ну как можно любить вашу программу? У вас нету программы, у Нурсултана и у нынешней власти нету никакой конкретной программы. Только обман, кругом обман, вот даже вот в Туркестан сейчас перевели, вот, вот сейчас вот на просто общественные туалеты, блин, сколько там, 320 туалетов, на один туалет уходит 23 миллиона. Вот это программа Нуротан, вот. А там в программе ДВК или программе Шындык, я не вижу, что там строили, чтобы тратили на один туалет 23 миллиона. Вот. Так что, жители Казахстана, суд не может запрещать уважать и любить программу ДВК. Спасибо за внимание.